Всем привет-привет, и предлагаю внимательно посмотреть до конца этого видео и подумать. Вот, смотрите, это я с улицы Кутузова зашел. Обращаюсь прежде всего к акиму поселка Кушмурун Сапару Курмангалиеву. Обращаюсь к инициативной группе Совету ветеранов. Да? Вот прислушайтесь вот к тому, что предлагаем мы, да, я и мои единомышленники, те, которые, в общем-то, были здесь, смотрели и так далее. То есть тоже ветераны Кушмуруна. Вот, здесь родились здесь, выходит, родители, да? Их строили здесь, в общем-то. То есть просьба прислушаться и сделать так, как мы просим, да? Это будет не расширение кладбища, а это будет, ну вот, выровнять кладбище. Вариант какой? Вообще новое кладбище по нормативам казахстанским, да, должна иметь санитарную зону 300 метров. В данном случае у нас 110-115 метров. При этом не разрешено было эту зону уменьшать. А в данном случае при Советском Союзе ее уменьшили, то есть разрешили строить дома, что нельзя было делать. То есть отсюда получается как бы выемка, да, туда уходит кладбище, да? То есть люди сами брали и строили дома, невзирая на соседство кладбища, не кладбище, то есть сами люди. Смотрите, я вот от центрального входа, да, то есть, ну, от входа, откуда у нас ворота, да? Смотрите, я отошел на 25 метров. Вот это 25 метров, да? Смотрите, если мы, да? Я предлагаю вот один из вариантов, да? Наиболее простой, который бы всех бы устроил. И вот смотрите, вот, да? Смотрите. И теперь... Если вот так вот подровнять по вон ту самую начальную часть, да, по дом Кузнецова, так называют, там дом, где жил Кузнецов, машинист, инструктор и так далее, вот, да, вот если прямо вот так вот провести, вот так вот, да, смотрите, какая будет территория, да? Теперь смотрите. Вот это все перенести, столбы, да, вот это все, да, ровненько выровнять, ровно выровнять, да, смотрите расстояние какое от здания, да, то есть, ну, 25 метров, всего 25 метров, какую-то погоду она сыграет, смотрим, видите, вот я здесь стою, да, и смотрите расстояние до домов, да. Стреляем, проводим линию, переносим столбики. Я масштаб все, практически все. Без увеличения. Можно, да, там подумать, больше, меньше отступить, да, посчитать или и еще более детально, да. Вот можно дальше это продвинуть, можно ближе это сделать, в общем-то. То есть все в наших руках. Смотрите. Да? Вот, если вот. Все. Вот так выровнять. Здесь на 25 метров. Посерединке там где-то будет уже 15 метров, да? А в той стороне, в самом начале, там столько было, столько и есть. То есть ни капельки не приблизит. Понимаете? Ну, как минимум на лет 10, наверное, вот этого хватит.
То есть, наверное, далее мы заживем или заживет Кушмурун, да, появятся деньги. Тогда уже о переносе каком-то, то есть о новом кладбище каком-то, да? Я оговорился насчет 10 лет. Здесь 30-50 лет как минимум. Еще раз, видите? Вот предлагаю. Вот таким образом. Вот. Все. И вот она. Можно замерить площадь, да? Можно сюда отойти. Вот сюда даже метры замерить. Смотрите. Да? Но там столбы всякое разное, да? Можно их не трогать, столбы. Или предлагает вариант там, где Казахская, на Синей горе сделать, да? Ну, если вас устраивает, то пожалуйста. Я просто предлагаю вот такой вариант. Вот он. Вот отступил я от этой части 25, почти 30 метров. И вот так вот выровнять. Все. Отступил 35 метров. Вот чуть дальше. Смотрите. Вот отсюда. Вот там столбы. Теперь хочу вам показать в реалии, да, с космоса. На Яндекс.Карте. Да? Ну, гугловская. Вот карта вообще, собственно говоря. Смотрите, вот наша группа здесь. Обведено кладбище, вид сверху, да? Вот наши, вот. Чечено-Ингушская. Вот здесь, да? Смотрите. Вот у нас вот такая вот выемка есть, да? Вот здесь вот дом практически это самое. То есть хочу сказать, что не кладбище сюда пришло. Вот отсюда кладбище начиналось, да? А поселок пришел к кладбищу. Что не должно было быть. Вот. Но что я предлагаю? Просто не расширять его, так сказать, вот, а выровнять его, да, вот эту вот, срезать вот эту штуку. Смотрите, вот здесь вот, примерно в этом месте, да, вот центральный вход, да, вот здесь центральный вход, вот заезд. В этом где-то вот столбы идут, да, перед столбами, вот примерно в этом месте, да, поставим точечку. Мы чуть-чуть вот сюда вот на метров 20, да, можем сделать 20-25, да хоть 30, но неважно, вот так вот, да, вот сюда отступим. Просто вот эту вот часть выровняем сюда вот. Видите? Мы вот сюда вот ее просто выровняем. Все. Делаем ровненько. Можно и выровнять по-разному. Вариантов море. Меньше, больше, короче и так далее. Вот это просто для примера вот такой вариант. Выделяю вот это, да? Вот так вот. В результате этого, да? Незначительно здесь получится. В результате вот этого выравнивания, вот это вот выравнивание, да, вот, выровняется, да, можно меньше сюда ее выровнять. Ну, можно поиграть здесь. Здесь вот поменьше можно выровнять, да. Но тем не менее, смотрите, то есть практически к домам это не подойдет, да, но вот здесь вот, вот это вот по подсчетам, это точные подсчеты, вот это вот точные все данные, да. Вот здесь вот будет около 10 тысяч квадратных метров площади.
10 тысяч квадратных метров площади. Это примерно на 4-5 тысяч трупов, будем говорить так, захоронений. Понятно, да? Все, я дальше не объясняю. То есть столбики переносятся, отсюда столбики, вот здесь вот ровненько, да, столбики сюда переносятся, да, затраты наименьшие, все. Это до конца Кушмуруна, наверное, для православных хватит, ну, по крайней мере, на лет 20 точно. Можно посчитать, если нас около 4000, взять количество пенсионеров, допустим, и ну, людей возраста 40, там, от 50, да, до 100 лет, да, то есть подверженных ближайшие, как говорится, там, несколько, 3-4 десятилетия, да, ну, все мы будем, как говорится, все мы умрем, вот. То есть получается, что на 20-30 лет вот этого будет достаточно. Никаких затрат, никаких переносов на Синюю гору, там Бог знает куда, не нужно делать. Все. Подумайте. То есть я надеюсь, что вы понимаете, что вы собираетесь делать. И если как бы вы не пойдете этим путем, а подумаете куда-то там выносить новое кладбище, да, вот сейчас именно с этого года, да, то, думаю, народ вам не простит. Как-то так. Можно улицы там все переименовывать, да, но именно вот это кладбище, да, тут нужно очень серьезно все. Ну, надеюсь, все будет нормально. Вот, я обращаюсь к нашему акиму. Надеюсь, что просто привести в порядок, подровнять его. И все, на лет 20, ой, 20, на лет 50 точно, в общем-то, вот как-то так. Я 8 февраля, к сожалению, не смогу быть на сходе, но думаю, вот от такого моего видео и статьи вполне будет достаточно выразить наше мнение. Всем пока, комментируем, предлагаем и всего хорошего.